Местные жители называют телевизором старым. А почему? Нам расскажут наши экстрасенсы. Это бритва экстрасенсов. С вами мистер Масти. Вот наш первый экстрасенс. Вы можете рассказать, что и когда случилось на этом телевизоре? В этом мне помогут точнее духи. С утра попшихался. Бетоном. Чуете, как пахнет? Чую. Говном несет. Этот телевизор деревянный. Что вы еще можете рассказать на этом телевизоре? Я думаю, что в этом телевизоре ничего не произошло. Вы уверены? Да, еще чувствую, что вы обосрались позавчера. Вы выпали! Пошел нахер отсюда! Садите вот эту стенку и убейте! Реклама. И этот наш следующий экстрасенс. Здрасте, я Поля Рыбака. Можете рассказать, что и когда случилось на этом телевизоре? Но рассказать на этом я не могу. Я смотрел вчера телевизор на Первом канале, там показывали про всякие бандиты. А там страшно случилось. Вы слышали? Откуда он это знает? Это чудо какое-то.